Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Я не понимаю, зачем запирать самих себя. Наверное, потому я и не палил. Эй, эй, ты! Ты куда это направился? Блокада! Закрыв город, мы не остановим эпидемию мрака. Мы сидим на крышке гроба. Сидим? Стража закрыла Стоунмаркет. Но простой замок меня не остановит. Да, хочу. Если задеваюсь, крысы сожрут. Что дальше? Сегодня
помог мне протянуть еще один день в этой дыре. Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Что ты уставился? На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую ораву голодных ртов. Смотри, не подхвати совесть. Можно срезать дорогу через ювелирную лавку. К тому же эта маска выглядит интересно. Thank you.
Однако твою емуся. Что жить ей вообще дорого. Есть тут кто-нибудь?
Значит, то был просто шум. Кто-то прячется в тенях! Я найду тебя и сам суну в петлю! Продавали бы тут баланду. На улице. Что это за звук?
тут есть кто? Покажи! Тут человек промелькнул. Померещился. Что здесь происходит? Че? Тут пострадавший! Ты еще пожалеешь. Уж я прослежу. Я знаю, что ты... Охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Ненавижу это ублюдочное птицо. Сходит с ума от каждого шума. Будь у меня такая дамочка, моя кровать бы не остывала. Thank you.
Может, проверить, как там его женушка? Красота-то какая. Я тут не карманил. Но мне нужна работа. Если это у него на витрине, что же под замком? Холодно сегодня.
Печать еще не готова. Так, посмотрим. Кузен. Это письмо наверняка пополнит груду неотправленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. Боги на пороге. Она экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Папе. Дальше вдруг на бал позовут. Пора и честь знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Это подделка Лайгрова, но подделка высшего класса. Она дорого стоит.
Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда.